Доброго вечора, шановні друзі. Програма «Вечірня Одеса» на ваших телеекранах. Хочу вам повідомити, що сьогодні, як і завжди в наших програмах, ми для вас підготували надзвичайно цікаві теми, важливі теми, на наш погляд, не тільки на початок року, але й взагалі в нашому житті. І одразу ж хочу повідомити, що ця наша зустріч з вами у четвер – проєкті «Вечірня Одеса» остання. Але ми не прощаємося з вами, ми будемо вас тішити і радувати іншими програмами, такими ж серйозними, такими ж насиченими і, найголовніше, якісною роботою наших творчих колективів Одеського телебачення. Отже, хочу повідомити, перша тема – це тема міжнародні проєкти одеських громадських активістів. До нас сьогодні у гості завітала Ганна Леонова, проїздом, чи може так конкретно, саме на наше запрошення, директор всеукраїнської організації «Гей Альянс Україна», щоб поговорити, незважаючи на те, що початок 2018 року, поговорити про результати і проєкти, які були у 2017-му. Дуже цікаво. А в другій частині нашої програми, шановні друзі, ми познайомимо вас з творчістю наших солістів Одеської філармонії. Це надзвичайно важливий і якісний проєкт пісні 20-го століття. Ну що ж, Ганна, добрий вечір. Добрий вечір, Ліна. Я слідкувала за вашою професійною і громадською діяльністю. У вас було багато зустрічей в минулому році. Були якісь мандрівки за кордон, зустрічі. Трошки детальніше про це, що важливо ви там побачили, почули і що привнесли в нашу громадську активне життя в Україні. Да, на самом деле, действительно, 17-й год – это был год больших поездок, встреч интересных, началом интересных проектов. На самом деле, мне сейчас немножко жаль, что я не так часто бываю в Одессе, как раньше, потому что человек, который был одесситом, одесситкой, он им остается всегда. И для меня большая, сейчас такая хорошая, добрая традиция, приезжая в Одессу, посещать вашу телестудию. 17-й год. Наверное, из всех тех поездок, где я была, я бы очень хотела выделить скорее нашу такую системную работу, которую мы ведем с нашими немецкими коллегами. В 17 году я имела честь общаться с мэром Мюнхена. В июне месяце было посвящено 2 дня совместной работы мюнхенских и украинских организаций. Как вы знаете, Одесса – это Одесская область, это область побратим Баварской земле, столица которой является Мюнхен. К сожалению, не так много есть одесских проектов, которые объединяют наши две страны. Хотя для Одессы, конечно, история, связанная с немецким народом, это очень тесная история. Это и первые поселенцы, и большой пласт культурных объединяющих факторов. Ганна, ваша робота і зустрічі там в Баварії, це ви їздили за підтримкою чи за досвідом? Що саме найбільше, головне в вашому відрядженні? На самом деле, одним із самых больших ресурсов, который мы получаем от этого сотрудничества, это все-таки опыт. То, что сейчас европейские страны, европейские общества, комьюнити, они уже пережили, они нашли какие-то свои модели работы в современном мире. В Украине мы сейчас только строим и каким-то образом развиваем. Например, я очень-очень горжусь нашим одесским хором, который мы создали 2 года назад. Это хор «Кверти Квир». В этом году мы были отобраны на это европейский конкурс хоров, который пройдет в мае 2018 года. И чтобы попасть на этот конкурс, нам потребовалось 4 года непрекращающейся работы. Это и коммуникационная работа, но это и непосредственно и репетиции. И подбор репертуара, подвищение какой-то. Да. Рівня, кроме как бы непосредственно таких вот культурных проектов, такие как хор, как театры, как у нас, например, замечательный проект фотодокументалистики. Мы собираем истории, связанные с одесситами, с украинцами, истории дискриминации, истории каких-то преступлений. И это не только то, что касается проблематики СОГИ, да, сексуальной ориентации, гендерной идентичности. Это и вопросы национальной идентичности, это вопросы религиозные, и языковые, и вопросы людей с ограниченными физическими возможностями. И сейчас этот проект запущен, и я надеюсь, что мы в 2018 году его финализируем.
Сьогодні ми знаємо, що європейська спільнота в кожному окремому випадку, я стосовно країни, вони вирішує проблеми гендерної рівності, а також рівності можливості своїх громадян в будь-якому питанні, як ви тільки що перелічили, різними способами. І досвід 10, 20, 30 років. Чого нам не вистачає? Просвіти нашого громадянського суспільства стосовно чого треба боятися, чого не треба боятися, пізнання життя людей з іншим світоглядом, з іншим способом життя. І сьогодні вже можна казати з іншим кольором шкіри також. Моя глубокая уверенность заключается в том, что только отсутствие знаний и образований делает человека жестоким, злым и не готовым слышать про чужие истории, про чужую боль. К сожалению, в Украине сейчас очень мало проектов образовательных. Большая часть контента, который связан с телевидением, это контент развлекательный, это не информационный, не образовательный контент. У нас существует огромнейший дефицит подобного материала. Например, в качестве такого вот примера, то есть мы с вами только что говорили про хоры, и меня очень часто мои коллеги критикуют за такую вот как бы неожиданную поддержку именно такому виду искусства, как хоровое пение. Но ведь на самом деле, когда мы приезжаем в Мюнхен и посещаем церковь, я иногда не могу поверить, что, предположим, у них какой-нибудь хор ЛГБТ-комьюнити поет в этой церкви вместе с хором этой церкви, и они проводят большие концерты, и непосредственно кроме хоров ЛГБТ, там есть хоры других меньшин, других групп, и это очень здорово, когда вот появляется такая площадка, где каждый может себя каким-то образом проявить. Мне кажется, вот если мы решим эти два вопроса, это образование и, соответственно, общность возможностей, равенство возможностей, Украина сделает гигантский шаг вперед в сфере толерантности и принятия друг друга. Ну, главное, это у нас повинно быть спільне майбутнє. А це без спільних зусиль, звичайно, з різних боків не можна побудувати. Хочу вас запитати стосовно, чи були тут у нас в Україні, ну, в Києві, в столиці, в Одесі міжнародні експерти, і що вони побачили? Мабуть, їм багато чого, може, не сподобалось, а може, щось сподобалось? Вы знаете, на самом деле я много уже говорила по поводу Одесса Прайда 2017 года, но я повторюсь, например, для меня это было очень большим таким прорывом. Неожиданно мы смогли привлечь в прошлом году в Одессу большое количество таких арт-экспертов в сфере и журналистики, популяризационной журналистики, и в сфере искусств, и в сфере арт-мастерства. Це тому, що Україна в топі прайд новин міжнародних, чи тому, що все ж таки ця акція прайд була їм цікавою? Я думаю, тут совпало все. Тобто совпало і інтерес к мероприятию, но і совпало то, що в Європі сейчас буде об'явлено несколько лет поддержки культурных мероприятий. То есть, например, один из самых больших грантов, который сейчас есть от Евросоюза, это грант «Культурная Европа». Это миллиардный грант, который позволяет реализовывать разные проекты. Я знаю, что в Украине благодаря вот этим возможностям сейчас очень многие теле-, киноиндустрии ожидают появления підтримки. Да, вот этого всего. Вы, мабуть, не вперше чули ті слова, які почуєте від мене, що дуже багато скептиків чи критиків будь-яких громадських організацій кажуть, ну, то грант, то їди, так, ви знаєте. І, може, і ваш бік закидали такі слова, що ви працюєте зі спільнотою чи в плані підтримки творчих проєктів саме тому, що вас цікавлять більше гроші, а не сама суть, сама мета різних проєктів. Тут просто надо понимать, что действительно любая работа должна оплачиваться. Но что является первичным, да, получение финансового вознаграждения, либо изменение ситуации, изменение мира, в котором мы живем. И каждый будет видеть то, что он хочет видеть, и переубедить тех, кто считает по-иному, очень сложно. Но для меня вообще тема грантоедства, она заканчивается в тот момент, когда я, получая эти деньги, это международные деньги, привлекаю их в Украину. Я плачу здесь налоги, все ресурсы, которые я получаю, они остаются в этой стране. И, на мой взгляд... Залучаете аматорів, вы им підтримуєте фінансово. Конечно, да. Залучаєте якісь там транспортні
електронні засоби, ви підтримуєте наших тих же ФОПів, які потім сплачують податки. Це велике кількість мероприятий, які ми проводимо. Це оренда приміщень, це реальні гроші, які приходять в карман середньостатистичного українця і українки, ну, в кінці кінців. Тому подобні обвинення, вони, ну, немножко сміхотворні в самому початку. Ви згадували Прайд 2017, Одеса Прайд. Чи було менше рівня агресії з боку, ну, різних груп, тому що я не можу сказати, що це якісь представники якихось партій чи течій. Це все ж таки маргінальні групи, які, ну, що, за що вони будуть потім відповідати, це їх вже питання. І питання, да, поліції. Але для вас як відбулося це? Щоб, яку оцінку ви поставили собі та взагалі, загалом? Ну, на самом деле, я хочу поставити в першу чергу оцінку городу. І це оцінка 5 із 5. Город міняється, отношення города міняється, отношення жителей города міняється. Если мы сравниваем 2015 год, когда мы только начинали, и сейчас 2017 год, мы практически не столкнулись с гомофобией от арендодателей, мы не столкнулись с дискриминацией от владельцев там, транспортных средств. Мы абсолютно спокойно сняли автобусы, мы абсолютно спокойно договорились с охранной фирмой. Нам не пришлось тратить какие-то особые там, силы и время на поиск поставщиков для организации питания. Единственная проблема, конечно, это вопросы еще связанные с полицией и нежеланием полиции системно работать с вопросами гомофобии. Ну, это то, о чем мы с вами говорили, что необходимо подходить к образованию, к информированию, и все решится. Стосовно туристичної, да, привабливості нашого міста і взагалі країни, ми хочу з трошки іншого боку сказати, що сьогодні дуже часто переймаються питанням громадські активісти, ті, хто будує, і хлопці, атошники приходять сюди в мирне життя, і вони не розуміють, що тут відбувається. Вони бачать, що населення значно збіднішало, так? Що дуже іноді неякісна освіта, або є освіта якісна, але потім наші молоді спеціалісти не можуть знайти собі роботу, да, по розуму, по здібностям. І тому багато хто шукає собі долю та світ за очі, виїжджаючи за кордон. В питанні вашої спільноти, чи є такі випадки, що все ж таки намагаються виїхати за кордон в Європу, тому що, або в Сполучені Штати Америки, тому що там вільніше себе людина почуває, вона значно більше від громади має підтримку, якщо вона відкрита заявляє про свій спосіб життя? К сожалению, действительно, в 2017 году рост иммигрантов среди ЛГБТ-комьюнити выросло. Так, если мы смотрели статистику 2014-2015 годов, мы заметили, что по сравнению с 2010, 2011, 2012, конечно, было значительно меньше людей, которые выезжали. У большинства была уверенность в том, что Украина меняется, и эти изменения произойдут очень быстро. Последний пример – это вот вынужденная эмиграция Игоря Захарченко, это наш одессит, активист, да, который был вынужден покинуть город. После было серии, здоровье, ему, да, здоровье, это житё. Это была серия нападений, и, ну, он принял такое решение. Я знаю, что дело, его заявления в полицию так и остались нерассмотренными. Заявление по избиению двухлетней давности так и не дошло в суд. И, ну, то есть мы имеем то, что имеем, и, к сожалению, такие вот случаи, они иллюстрируют то, что часть людей находится в очень уязвимом положении. Но у меня, на самом деле, есть уверенность в том, что такая ситуация не только с ЛГБТ. Это, в принципе, проблема нашего законодательства и проблема того, что государство не хочет нести ответственность за те реформы, которые оно проводит. И я считаю, что если что-то не удается, необходимо признать это и, в общем-то, начинать менять что-то. Ну, дуже часто кажуть іноді, що об'явлення реформи, але є певна профанація цих реформ, ну, тільки, як кажуть, на папері. Я хочу запитати про життя сімей, в яких є відкриті, да, представники ЛГБТ, наскільки їх життя сьогодні в Україні безпечне та захищене з боку тих же всіх певних органів, відповідно, які займаються? Тут, ви можете на своєму, да, ну, через своїх знайомих якісь? Тут буквально вчора ми общались з одною моєю подругою, вона служить в армії.
И за контрактом? Да, она контрактница, она прошла АТО, и вчера я спросила ее, насколько сейчас, в общем-то, в армии, возможно, мы говорим о сексизме, о дискриминации по признакам СОГИ. И она говорит, ну, ты знаешь, я не знаю ни одного, как такого проблемы нету, но, наверное, потому что не знаю ни одного открытого живого гея, ну, то есть в армии. И я понимаю, что действительно вопрос в том, что насколько человек подвергается или не подвергается дискриминации, насколько его жизнь в опасности, зависит исключительно от того, насколько он открыт в том окружении и насколько это окружение к нему толерантно и готово его принять. Чи виходить на перший план все ж таки якості самої особистості? Наскільки вона чесна, наскільки вона порядна, наскільки вона відповідальна, робить ту роботу, за яку взялася? Да? Чи служить в армії, чи будь-які інші? Ну, несомненно, ведь на самом деле каждый из нас выстраивает свою коммуникацию, и со временем к нам относятся как к личности, а не к тому, с кем я сплю, с кем я провожу время, или с кем я там планирую открывать какой-то бизнес. Но опять-таки, к сожалению, без системной работы выстроить личную коммуникацию иногда бывает сложно. Тем более, когда человек находится в недружелюбном окружении. Для меня, например, очень показательны были исследования. Мы делали исследования по буллингу среди ЛГБТ-подростков, буллинг в школах, в учебных заведениях. И мы брали возрастную категорию от 14 до 22 лет. То есть мы включали как школы, так и техникумы, университеты. И это, конечно, ужасающая картина, когда, в принципе, картина ужасающая вообще по буллингу для подлитки, да. И тем более для ЛГБТ-подростков, потому что когда ребенок себя в 13-14 лет уже идентифицирует как гомосексуальный подросток, и одночасно ему потребно быть в своем средовище, да, среди своих однолетки. Социализация, да. И в 80 случаях он сталкивается с буллингом, в 80 случаях он обращается к учителям, к администрации школы, и те ничем ему не могут помочь. То есть совет из серии «Постарайся быть как все», он, может быть, будет воспринят человеком в 25 лет, но не будет воспринят подростком 14-15 лет. А потім ми можемо перейматися проблемами суїциду серед підлітків. І, може, ці проблеми і ці причини приховані, але про це потрібно говорити. Ви знаєте, Ганна, я дуже вам вдячна за те, що ви поділилися своїми баченнями, своїм враженням від того року, і, мабуть, вже багато планів на цей рік, але ви на останок заторкнулися ми дуже важливої проблеми. Це треба як скоріше, як раніше пояснювати дітям, що це таке, з чим вони стикаються, на що це впливає, хто вони самі є, себе самоідентифікувати. І тому потім вже якісь певні загрози для їх життя та здоров'я будуть зникати, і суспільство буде стає вільним та доброзичливим до всіх, хто тут проживає. Я дякую Ганні Леоновій, директору Всеукраїнської організації «Гей Альянс Україна». Сьогодні ми так трошки торкнулися, але нашу зустріч ми будемо призначати в будь-яких локаціях, про це говорити і зустрічатися. Шановні друзі, я хочу продовжити нашу програму другою частиною. Це надзвичайний концерт, який у виконанні солістів Одеської філармонії Оленою Ріхтер та Аглаєю Поліхроніді під назвою «Пісні 20-го століття». Це надзвичайний проєкт. Насолоджуйтесь. А я прощаюся з вами. До побачення. Война и песня. Казалось бы, что может быть общего? Ведь тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен. Но тем не менее, песня всегда сопровождала бойцов в походе и на привале, а иногда и в бою. Солдаты находили силы для борьбы с врагом в светлых, проникновенных, идущих от самого сердца песнях. Удивительно, но многие композиторы не смогли писать музыку в годы войны. Их музы замолчали с пушками. А у других, наоборот, открывалось второе дыхание и рождались настоящие шедевры. Да и артисты всегда понимали, что на войне музыка нужна не меньше, чем оружие. И своими выступлениями они дарили надежду. Вот и мы сегодня вспомним об исполнительницах
которые остались в истории символами эпохи и вошли в историю как певицы Победы. Это легендарные Клавдия Шульженко, Марлен Дитрих и греческая певица София Вэмпо. Песня американца Пита Сигера «Куда исчезли все цветы». Она была невероятно популярной не только в Америке, но и за рубежом. И во многом, конечно же, благодаря Марлен Дитрих. Она пела ее везде. В Южной Америке, в Африке и Азии, по обе стороны океана. Ее низкий, тихий голос переходил в хриплый стон, когда она исполняла эту песню. Куда исчезли все цветы? Их собрали девушки. Куда исчезли юноши? Все до одного в могилах. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen, pflückten sie geschwind. Wann wird man sie verstehen? Wann wird man sie verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männernamen sind geschwind. Wann wird man sie verstehen? Wann wird man sie verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen aus zu Kriegsbeginn. Wann wird man sie verstehen? Wann wird man sie verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräber weht der Wind. Wann wird man sie verstehen? Wann wird man sie verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man sie verstehen? Wann wird man sie verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man sie verstehen? Wann wird man sie verstehen? В Греции тоже был свой символ военных лет. Певица София Вэмпо. Народ обожествлял ее, считал своей героиней. И именно ее голос стал голосом победы. И сегодня мы познакомимся с ее творчеством. И это поистине
незабываемые мелодии. С объявлением войны в 1940 году она изменила свой репертуар и стала исполнять сатирические и патриотические песни. Когда же в Афины вошли нацистские войска, она эмигрировала на Ближний Восток и выступала для греческих и союзнических войск. В одной из песен «Нас разлучает война» она пела: «Когда Родина зовет всех на защиту, даже любовь преклоняет колени. Не надо плакать, улыбайся мне и молись, чтобы я вернулся домой с победой». Ούτε να δάκρυ από τα μάτια μη κυλήσει, του χωρισμού μας το πικρό τώρα φιλί. Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει, αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλεί. Είναι στιγμές που κι αγάπη γονατίζει, για τα μεγάλα της φιλής ιδανικά. Για μας πιο όμορφη σελίδα τώρα αρχίζει, ναι πίστεψέ με και έλα γέλασε γλυκά. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μα φεριεύει η ελπίδα, πως για τη γλυκιά πατρίδα φεύγω τώρα ειδικητής. Μας χωρίζει ο πόλεμος κι αν με νιώθει η ψυχή σου, φέρνε με στην προσευχή σου να γυρίζω νικητής. Χωρίζει ο πόλεμος και αν δεν νιώσει η ψυχή σου, φέρνε με στην προσευχή σου να γυρίζω νικητής. Несколько пронзительных нот могут прозвучать так же громко, как и мощная артиллерийская канонада. Словно позывные с разных линий фронта звучали любимые, знакомые песни, покорившие и облетевшие весь мир. Thank you.
мы говорим о певицах Победы, просто невозможно не вспомнить и легендарную Клавдию Шульженко. Ее называют королевой песни. О ней известно практически все, начиная со взлета в 30-е годы, когда на ее концерты просто невозможно было попасть, а каждая исполненная ею песня становилась шлягером. Многие солдаты писали ей с фронта благодарственные письма, подтверждая, что ее песни нужны им в бою, как снаряды и патроны. Она была нужна им, и они были благодарны ей за ее творчество. На одном из концертов Клавдии Шульженко подошел генерал и сказал: «Вы поете в военной форме, и это прекрасно. Вы отдаете дань тому, что идет война, и как бы не до туалетов. Но солдаты и офицеры, которые сидят в зале, хотят видеть вас отголосок военного времени». После этого Шульженко всегда выступала только в концертных нарядах. Клавдия Шульженко была не только всенародной любимицей, она еще и стала исполнительницей, первой исполнительницей многих песен в нашей стране. Теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда, никуда. Любовь от себя никого не отпустит. Над каждым окошком поют соловьи. Никогда не бывает без грусти, но это приятней, чем грусть без любви. И встречи редки, и длины расставания, и взгляды тревожные, избивчива речь. Хотелось бы мне отменить расставание, но без расставаний ведь не было встреч. Ах, ведь не было встреч никогда. Любовь от себя никого не отпустит. Над каждым окошком поют соловьи. Любовь никогда не бывает без грусти, но это приятней, чем грусть без любви. Над каждым окошком поет соловьи. Любовь никогда не бывает без грусти.
приятні, чим грусть незлюблі. З самого раннего детства Клавдія Шульженка любила пісні «Воспоминания». Она вспоминала в них о том, чего еще не испытала, и, конечно, в силу возраста еще не могла испытать. В этом и заключалось ее дарование. Девушкой она умела казаться намного старше и мудрее, ну а с возрастом ее героини становились все моложе и моложе. Шульженка была невероятной. Один взмах ее рук мог свести с ума. Она никогда не была избалована романами. В одном из интервью она сказала: «Их было мало, но все они были очень красивыми». Клавдия Шульженко была женщиной, которая умела любить, и о своей любви она пела в песнях. Кстати, именно Шульженко исполнила в нашей стране прекрасную песню Себастьяна Ирадье «Голубка». Когда я вернусь к Гавану в родимый край, меня ты, любимой, песней своей встречай. Вдали от Гаваны, в дальнем чужом краю, я пил день и ночь печальную песнь твою. Где б ты ни была, повсюду к тебе, мой милый, я прилечу голубкой сизокрылой. Парус я твой найду над волной морской. Мои перья нежно погладь рукою, о, голубка моя, будь со мною, молю, в этом бедном и синем просторе, в дальнем чужом краю. О, голубка моя, как тебя я люблю, как ловлю я за рокотом моря дальнюю песнь твою. Клавдия Шульженко – удивительный человек, сочетавший в себе два редчайших дара – певицы и драматической актрисы. Она оставила после себя книгу с очень скромным названием «Немножечко о себе». И это не просто автобиография,
Это настоящее учебное пособие для любого артиста. Она как-то сказала, хорошая песня – это очень часто маленький спектакль. С той только разницей, что все роли в нем играются одним исполнителем. Именно поэтому героини Клавдии и Шульженко совсем не похожи одна на другую. В песне она могла быть одновременно дамой и девочкой, капризной, озорной и веселой, застенчивой и нежной, каждый раз создавая новый вокальный портрет. Вот и в великолепной песне «Три вальса» буквально за 3 минуты проживаются 3 возраста женщины, превращая песню в настоящий моноспектакль, полный искренности, самоиронии и артистизма. Студенческий бал, светлый праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой, первый вальс я прошу вас со мной. Что? Да, что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр? Иногда. С подругой? Нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама. 2 брата-студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплименты. Не говорите такие слова, я ведь могу рассердиться. Ах, как кружится голова, как голова кружится. Вчера мы позвали друзей на серебряный наш юбилей. Тот же голос сказал мне, друг мой, первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да? Что? Нет, спасибо, родной. Хорошо, лучше всех. Ты всегда, правда, поверься душой. Что, да, что, нет. У Зины красивые руки? 35 ей? Это бред. У нее уже внуки. Как это я не права? Я и не думаю злиться. О, ах! Как кружится голова, как голова кружится. Тот, кто любит, ревнует всегда, но я знаю, промчатся года, и в день свадьбы моей золотой он мне скажет, тряхнем стариной. Что? А? Нет. Ну что ты? Какие года? Печень? Ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Да? А? Нет. Профессор, ты вовсе не старый. Ты молод и в 70 лет, а я чем не пара? Помнишь ли юности наши года? Им никогда не забыться. Ах, как кружится голова, как голова кружится. Клавдия Шульженко
навсегда останется певицей, чье имя вписано золотыми буквами в историю нашей культуры. Как и имена Софии Вэмпо и Марлен Дитрих в мировой истории. А для нас они навсегда останутся певицами Победы. Теплый ветер дует, развесло дороги, и на южном фронте оттепель опять. Тает снег простой, тает Таганроги, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем. Звезды Черноморья будут нам сиять, славную Каховку, город Николаев, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях пожар.